Дети довольны, родители спокойны. С наступлением летних школьных каникул кто-то из ребят перерыв от учебы проводит дома, кто-то уехал в гости, а кто-то сделал выбор в пользу школьного лагеря. Родители учеников средней школы номер 20 имени героя Советского Союза Дмитрия Карбышева могут быть уверены, отдых их детей не превратится в пустую трату времени. Лагерь работает здесь каждые каникулы и давно зарекомендовал себя хорошей формой качественного и полезного времяпровождения для мальчишек и девчонок. В этом году мы оздоравливаем 115 детей в возрасте от 6 до 10 лет. Также у нас лагерь посещают ребята среднего звена, которые чуть старше. И на базе нашей школы работает лагерь труда и отдыха. Там уже у нас работают восьмиклассники. Каждый год ребята с удовольствием к нам приходят, потому что работаем мы хорошо, делаем для ребят разнообразную, интереснейшую программу. Наши воспитанники очень любят ходить в кино, наши воспитанники очень любят ходить в театр, участвовать в самых разнообразных квестах. Проводим для ребят интереснейшие мероприятия патриотической направленности. Еще одна составляющая хорошего отдыха – здоровое питание и правильный режим дня. И чтобы зарядиться хорошим настроением, мальчишки-девчонки начинают его с зарядки. Для детей предусмотрены вкусные, а главное полезные завтраки и обеды, ну и, конечно же, различные формы активного отдыха, оздоровления и занятости с учетом пожелания ребят. Скрашивают досуг различные секции и объединения по интересам, а потому из года в год мальчишкам и девчонкам так хочется сюда вернуться, отдохнуть и встретиться со своими одноклассниками и друзьями. Я пятый раз в лагере, мне нравится то, что мы ходим... Я пятый раз в лагере. Мне очень нравится, что мы ходим в кино, гуляем, ходим на спортландии, в театр. Еще мне нравится, как нас кормят. Я считаю, что детский лагерь создан, чтобы дети веселились, чтобы занимались. Я каждый раз хочу идти в лагерь, потому что тут интересно, и можно посидеть и поразговаривать с друзьями. Мне очень нравится в лагере, потому что мы ходим в кинотеатры, мы... Часто выходим на улицу, я люблю играть в футбол, нас хорошо кормят, тут много моих друзей, во дворе у меня нет друзей, поэтому я люблю ходить в школу и в лагеря, потому что тут есть мои друзья, я с ними общаюсь. То, что мальчишкам и девчонкам нравится в лагере досуг, это неудивительно, ведь все мероприятия, конкурсы, спартакиады и викторины организовывают руководители отрядов. Каждый день не похож на предыдущий, воспитатели подходят к отдыху детей с креативом и любовью, даже несмотря на то, что в отряде порядка 20 человек. И заинтересовать надо каждого. Мне, откровенно говоря, наоборот, больше в лагере нравится работать, потому что дети себя проявляют с другой стороны совершенно. И объединить их, в принципе, не тяжело, потому что в первый класс они играть очень любят. Поэтому наоборот. Они с удовольствием включаются в работу, в деятельность какую-то игровую и активно принимают участие во всех конкурсах, формах каких-то, спортландиях и так далее. Рисуем, ходим на улице, опять же, на прогулках тоже можем мелками порисовать, футбол они очень любят играть, какие-то подвижные игры организовываем. Можем и какие-то просмотры мультфильмов устраивать прямо в лагере. Слава Богу, возможности позволяют, поэтому... Не скучаем никогда. После насыщенной программы мальчишек и девчонок ждет тихий час. Это то самое время, когда ребятня быстро засыпает, чтобы быстрее наступил следующий день лагеря.